Модульные технологии отменили понятие «строительный сезон». В прошлом году о них в крае слышали только единицы. Но сегодня, когда в Барнауле завершаются работы по возведению федерального медицинского центра, о модулях заговорили. Центр будет построен за считанные месяцы. Фирма, благодаря которой у региона появился такой объект, сегодня предлагает краю свои новые решения – модульные фельдшерско-акушерские пункты и детские сады. Здание растет следующим образом. Вот если данный детский сад рассчитан на 3000 квадратных метров, это 62 модуля, он будет смонтирован за 5 дней. Фельдшерско-акушерский пункт строится не менее стремительно. Всего-то около недели, когда фундамент уже готов и проложены коммуникации, к объекту доставляются блоки. Затем они почти мгновенно монтируются. Начинка ФАПов может быть совершенно различной. Все зависит от целей заказчика. Преимущество в большей своей части – это качество и долговечность этих конструкций. То есть мы даем гарантию минимально 30 лет на каждое такое сооружение, даже при условии того, что оно может быть перевезено из одного населенного пункта в другой. На презентации были представители краевой власти и руководители медицинских учреждений. Возможности модульного ноу-хау оценили высоко и обещали подумать над возможностью применения новых технологий в регионе. Этой проблемой занимался уже 2 месяца. И считаю, что подобное строительство в сельских населенных пунктах с численностью 100 и более человек, значит, очень перспективно. Привлекает цена, потому что, как сегодня сказано было, что 24 тысячи будет 1 квадратный метр стоить. И если мы посмотрим, там, например, начиная от 50 квадратных метров, там 100 и более, то это, конечно, цена очень приемлемая. Алексей Янкин, Алексей Фризин. Наши новости.